спасибо, да. Жатву проще. Доброе утро. Сразу два микрофона говорите? Это грубо нарушает и попирает нормы международного права. И если наши чеченские коллеги говорят к тому, что сегодня желательно в условиях, когда между нами возникают спорные моменты по целому кругу проблем, строить отношения на выверенных принципах и нормах международного права, то они его должны придерживаться. Есть грубое попрание прав и свобод человека на территории Чеченской Республики, перед которым, в общем-то, многое из того, что происходит в других точках мира, бледнеет. И демарши послов многих стран, о которых вы знаете, говорят, что здесь надо общими усилиями Чеченской Республики Ичкерия, Российской Федерации наводить должный порядок. Спасибо, коллеги. Спасибо.